Всем привет, ZBrush 2019. Продолжаем делать персонажа из анимированного мультфильма. Вот такой мотоцикл получился. Тут я пару деталей добавил. Добавил сумки с куба. Цилиндр это вот добавил выхлопную. Разбил колесо именно маскированием вот так вот на полосы. Типа резина. Ну и вот добавил пару деталей, вот именно что-то вроде гаек на колесо. И вот эти вот, ну, такую простенькую покрышку сделал. Тоже, опять же, использовал трансформ, активация симметрии и маскирование. Вот это все дело. А потом инфлатеном все дело выдавливал по прошлым роликам. Так, вот такая штукенция получилась, вот такой мотоцикл. Харлей, наверное. Так, следом нужно сюда персонажа поместить. Я решил взять своего Халка, сделал ему Dynamesh, уменьшил немножко полигонаж, кое-где штанишки подгладил, ну а теперь надо его вот в это дело вписать. Так, пока мотоцикл отключу, все это дело будем делать вот так вот. Так, первым делом маскируем вот так вот ноги, делаем Ctrl-I, и вот эти ноги можно стайлом все это дело уменьшить. Даже не можно, а нужно, как вот у персонаж именно в мультфильме, в анимированном. Теперь с помощью мов немножко вот так все это дело подкорректировать. Посмотреть, что тут да как. Вот таким вот образом. Снимаем маску и теперь шифтом поработаем. Немножко вот здесь вот пояс выгладим. Так, что-то такое получается. Со спиной нормально. Здесь вот тоже можно вот так все это дело выровнять. Вот такая вот штукенция. Вот и персонаж готов. Прям в тему был Халк. Так, теперь можно немножко тут Moth Topology кистью подкорректировать и немножко X симметрии добавить. Что-то вот в таком духе. Вот так вот. Что-то вот так вот. Так, руки, пальцы, ноги, хвост. Вот так вот теперь все это дело можно замаскировать. Жмем Ctrl-I и здесь уже с помощью гизмо, мов, гизмо, можно все это дело. Даже гизмо, наверное, отключу просто вот так вот с помощью мов. Ротации, вот так все это дело развернуть и поменять надо позу. Вот такая вот штука, оказывается, нужна. Так. Немножко это дело все вперед и вниз. Вот так. И немножко так. X. Чуть-чуть все это дело подкрутить, подровнять. Еще подкрутить, подровнять. Вот так что-то получается. Прикольно. Так, та рука потом отзеркалим. Не проблема. Ну и надо теперь вот это все дело вот так вот замаскировать. И с помощью выкрушки. Так. Ctrl-Z, ротация, посмотрим, как точно так же все работает. Значит, гизму я отключу и с помощью ротации вот так все это дело переиначу. Вот так замаскируем, Ctrl-Z, и опять с помощью ротации можно вот так все это дело развернуть. Теперь с помощью мов и гизмо можно поработать. Вот так все это
подставить вот так вот. А вот бицуха должна у нас перевернуться. Так что это все маскируем. И теперь опять же ротация. И попробуем все это дело перевернуть. Вот так. И с помощью мов вот сюда это дело все вставить. И опять же с помощью ротации немножко. И с помощью гизмо все это дело вот так где-то установим. Так. Ну, в принципе, пойдет. Сейчас все это подкорректируется, долепится. Так, все нормально. Все подровняем. Вот так. И теперь с помощью Move Topology немножко все это дело вытянем вот так вот. Подкорректируем. Вот такая штука получается. Так, смотрим что-то как по бокам. Можно вот эту руку немножко сюда вот так подать, а локоть чуть вперед выдвинуть. Вот такая прикольная получается поза. Так, чуть-чуть крылья таз уменьшить. И делаем Mirror and Well. Все. В принципе, подготовлен гражданин. Надо еще поменять ему позу ноги. Так, вот так что-то от таза. Ctrl-I. Опять же, ротация. Ctrl-Z. И с помощью мов это все дело вот сюда, вот так вот. И немножко, наверное, в бок можно вот так вот отвести. И с помощью мов вот так вот чуть еще в бок. Так, отключаем, маску снимаем, все это дело подгоняем, моделируем задницу. Вот так. И теперь делаем всему этому, опять же, Mirror and Well. Вот что-то в этом духе. И теперь нужно подогнать его под мотоцикл. Включаем мотоцикл. Переводим на гизмо. И вот так все это дело подгоняем. Теперь геометрии size. Уменьшаем, он большой не нужен. Вот так все это дело сюда помещаем. Так, смотрим что да как. Ну, немножко, наверное, все-таки его побольше. На децила. Вот так вот где-то. Во. Вот так уже пойдет. Это чуть-чуть вот так. Ноги потом нужно будет еще уменьшить, вот эту часть. А вот эту часть нужно просто вот так вот замаскировать. Ctrl-I. И немножко с помощью ротации вот так вот установить. Вот. Таким вот образом. И посмотрим теперь сверху. Снимаем теперь вот так вот маску. Выравниваем. И вот это дело все опять маскируем. Руку одну пока. Делаем Ctrl-I. Смотрим, чтобы везде было все правильно, ничего за собой не тянуло.
Ну и теперь ротацию, и вот так все это дело. Что я тут зацепил? Так, Ctrl-Z. Ноги не замаскированы. Так. И теперь вот опять ротации. Вот сюда. Вот сюда вот так вот. Смотрим, что да как. Так. Ну, в принципе, ничего так. И вот так чуть-чуть еще можно сделать. Так, все это есть. Теперь Move Topology немножко плечо вот сюда подтягиваем. Локоть чуть-чуть корректируем. Вот так. И вот так все это дело здесь подгоняем. Вот таким вот образом. Так. Вот такая штука. Снимаем маску. Выглаживаем, если надо. Так, Ctrl-Z лучше потом сделаем. Так, Ctrl-Z. Сразу, наверное, чуть-чуть отведем. Вот так вот. Смотрим со всех сторон сразу, чтобы потом уже не переделывать. Вот такая штука. И вот тут вот что-то получился какой-то артефакт. Ну ничего, потом его уберем. Маску снимаем и делаем Modify Topology Mirror and Well. Вот так вот. Так, следом подкорректируем все это дело, вот так вот подправим. X-симметрия. Вот так все это делаем. Плечи моделируем, поднимаем. Вот так все выглаживаем, если где надо. Вот таким вот образом. Так, ну и теперь самое прикольное, нужно разобраться именно вот с руками. А чтобы с ними разобраться, наверное, нужно просто его вот так вот еще раз замаскировать, сделать Ctrl-I и сделать немножко, опять подать его вперед чуть-чуть. Вот так вот. Так, чтобы руки именно попали, еще чуть-чуть. И с помощью мов и гизму немножко его вот так вот подтянуть. Вот так снимаем маску. Ой-ой-ой-ой-ой, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Что это у нас тут получилось? Так, Ctrl-Z. Симметрию надо отключить и немножко гражданина подкрутить. Вот так вот. Все это дело выглаживаем. Тут тоже подгладить. Так, вот такая штука. И потом анатомию чуть-чуть ему поднакидаем. Так, прикольно уже. Вот тут тоже можно подгладить. Так, вот здесь у него живот немножко X вдавленный вот так вот. А спина немножко вот так вот приподнята, грудь можно чуть-чуть ему уменьшить. Вот так вот. Ну и руки можно уже чуть-чуть даже подкорректировать с помощью Move Topology. Уже не беда. Вот так вот.
Так, смотрим теперь, что у нас тут. Ноги, наверное, нужно еще немножко уменьшить. Ctrl-I и Scale. Чуть-чуть еще вот так вот уменьшить. Так вот. Мохтопол же чуть приподнять, и можно вот так вот чуть-чуть увести и всего этого гражданина немножко посадить пониже. Вот так вот где-то. О, уже прикольно. Так, теперь нужно ему поднять чуть-чуть голову, чтобы было еще прикольней. Так, Graph Size можно уменьшить и вот так все это, так, пардон, Ctrl-Z, Ctrl-Z. И вот так все это дело замаскировать. Теперь получается Ctrl-I и вот так вот всю эту голову. Вот так в путь, чтоб смотрел на дорогу. Так. Теперь с помощью Morph Topology немножко подкорректируем затылок. Так, что еще тут не так? И немножко подкорректируем пальцы. Ctrl-Z. Вот так вот раз. И сделаем немного, наверное, ротации. Так, все это потом подкорректируем. Miro and Well. Ну и в принципе все. Все нормально, все классно. Добавить немножко анатомии, немного сапог тут добавить. Так, все это дело с лицом еще поработать можно. Так, вот так все это дело выгладить. Добавить Ctrl-D. Вот так, пускай вот такой будет гражданин. Потом лицо подкорректировать. Здесь немножко вот так все это дело выгладить, где надо. Так, ну и теперь нужно добавить шлем. Штальхельм. Жмем теперь дубликат. Так, теперь импорт. Находим Штальхельм, смотрим, какой он, в каком состоянии. Так, не этот Штальхельм. Delete, окей. Так, где тут Штальхельм? Потому что он именно нужен. Фейм, фейм, фейм. Этот хелмет.
Так, size. И посмотрим, где он тут вообще находится. Ага, вот он. Уменьшаем. Опускаем. Еще уменьшаем. И немножко всего вот такого поправим. Вот сюда его подгоним. И немножко вот сюда вот так вот уведем и подсадим на голову персонажу. Так, теперь вот так его оставим. И вот так его перекрутим. Выровняем немножко. И вот сюда его подсадим на голову. Так, что-то вот так. Немножко вот так. Так, вот такая штука получается. Ну и сверху немножко все это дело перекрутим. Так, опять же, насчет Штальхельма есть ролик, в котором я делал эту каску. Можете посмотреть, ссылку оставлю под видео. Так, и немножко вот так вот. Так, немножко еще, наверное, поменьше каску. Вот таким вот образом. Смотрим, что да как, чтобы все было четко, красиво. Вот так вот. Смотрим сзади. Офигенно. Так, теперь Move Topology и переключимся на персонажа. И немножко его тут надо подкорректировать. Уменьшить голову. Вот так вот. Ctrl-Z, X, чтобы из каски не вылазило ничего. Вот так вот все это дело подкорректировать. Мотоцикл пока можно отключить. Добавить Ctrl-D, еще чтобы персонажа долепить. Ну и в принципе тут еще добавить очки, кое-какие детали, и в принципе уже персонаж готов. Вот так вот. Так, дальнейшее, наверное, показывать уже не буду. Это уже много раз в роликах было, как делать персонажа, как вот это пролепить все, мышцы добавить. Используйте Claybird, и получается вот она. И получается на двойку ставите интенсивность и Draw Size уже регулируете, как вам подходит именно по работе. Вот так вот. Так, сапоги уже тоже как добавлять. Можно просто сделать вот такую штуку. Поставить маску и поставить, допустим,
курв. Вот так вот раз. Пробил. Все вот это можно замаскировать. Вот таким вот образом. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. И вот эту часть можно немножко оттянуть. Вот таким вот образом. Так, Ctrl-Z. Ну и немножко все это дело где-то можно пролепить. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Также можно все это дело просто обрезать. Вот таким вот образом. Так, убрать divide the lower. Так вот, раз. И Alt увести вот сюда. Вот таким вот образом. Так, Ctrl-W. Теперь можно использовать, допустим, Move Topology и придать вид или добавить сферу и уже это дело вот так домоделировать. Потом здесь можно сделать подошву. Так, вот таким вот образом сапожки моделируются. И вот здесь вот чуть-чуть в бок увести. Так, вот здесь вот, где кость, уже можно распрямить. Чуть-чуть все это дело выгладить. Вот так. Где-то что-то приподнять. Вот таким вот образом. И вот эти щиколотки подделать под сапоги. Вот так вот. И вот получается прям прикольные мотосапоги. Вот такая штука. Теперь включаем все саптулы. Смотрим, что да как получилось. Вот такая вещь. Осталось теперь проработать кое-какие детали, добавить там ремень какой-нибудь. Лицо чуть доработать, и в принципе уже готовая будет модель. Все, всем пока, до свидания.